Я не хочу в кино, давай лучше ко мне домой, пойдем кино посмотрим. Да капец, я уже 2 недели пытался пойти на этот фильм, давай в кино лучше. Короче, я хочу поехали ко мне. Дети, какой милый комплект для малыша, давай купим, может быть, в скором времени пригодится. Ну да, на песик как раз пойдет. Короче, я не знаю, как тебе это сказать, я беременна. Да ладно, кто батя? Милая, я тут недавно цветы на свадьбе поймала, я думаю, это знак. Да, милая. Знак, что цветы на Кате сдохли. Ну что, женишься на мне? Конечно. Сборная России выиграет по футболу. Алло, привет, Рис. Сегодня такая погода хорошая. Мне так сучно. Да ладно. Погуляй с кем-то. Возьми печку. Алло, короче, я тебя люблю. Пошли гулять. Да ладно. Спасибо, так приятно. Рядом со мной шура, сглазывая блоги, раскрывая ноги. Моя латина, твоя бачата, моя бомбита, синьорита, и мочача, мочача, пипала. Я вчера тебе говорил, намек, как ты оделась? У нас романтик вообще. Так, я сейчас не поняла, ты что, будешься, а? Все нормально, все окей. Так, все, потопали. Я не можно полсладкой, красный товар. Чего, чешка, ты у вас тут дорогой. А что ты с собой взяла? Ты что делаешь, убери? Милая, такой трек клевый, послушай. Для меня больше, чем кофе. Еще хочешь, чтобы я тебе дерьмо слушала? Вот нормальный трекер, послушай. Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Ты мне скажешь так просто о любви. Милая, это мне? Как это мило. Нет, это мне, че, дурак, что ли? Милая, я тут подумала, нам нужно остаться. Ты меня сейчас за базар свою отвидел? Ну что, отвидел за базар, дорогой? Ха! Это ваш новый дом. Как круто! А это ваша бильярдная, а это ваш бассейн. Да ладно! Это ваша гостиная. Да, Ген хороший, хату в центре за 10к нашел, прикинь. Ну, в принципе, не так уж все плохо. Да, можно, пожалуйста, пиццу? Да, самую большую, колу. А доставка Макдональдса у вас есть? О, круто, можно, пожалуйста? Кайфу. Да, мам. Конечно, кушаю. Вот супчик сейчас ем. Второй сейчас котлетки. С тобой кайфуем. Девочки, а вот и бухлишка. Да, прикольно. Ну что, девочки, зажжем по полной. Лен, какой тусить? Мне на работу каждый день нужно ходить. Главней всего погода в доме, а все другое суй. Задолбали эти палки. Я хочу нормальные, сексуальные, кудрявые волосы. Что это? Что? Вот хорошо, что волосы хотя бы можно накрутить. Маш, ну что, накрутилась, а? Накрутилась. А я еще даже из дома не вышла. Вот были бы у меня кудрявые волосы, я бы за ними ухаживала после мытья. Масочки бы делала. А с этими паклями что сделаешь? Правильно, ничего. Это в салон нужно ходить каждую, сука, неделю. Ведь они растут у тебя, как на дрожжах. И я хочу кудряшки. Просто 3 волосинки, 3 кару. Вот что с этим делать, Надь? Что? Вот один день забываю голову помыть, и все, они становятся как сопли. Вот прикинь, Люсь, мне вчера мой сказал, что ему больше нравятся кудрявые волосы. Я ему сказала, вот и иди к своей Лене. Нет, это уже ни в какие ворота не входит. Милый, посмотри, какая фотка лучше. Это или вот это? Так они же одинаковые. Они разные. Блин, ему мозг вынести сегодня или завтра? Сейчас. Ничего. Хотя, мне кажется, что ты меня не любишь. Эльвир, ты мне нравишься. Давай сегодня куда-нибудь сходить. Ты не в моем вкусе. Ну иди нахуй. А ты знаешь, я тут подумала, что я свободна. Что-то скучно. Может, с ВК удалиться? Август 2017-го. За окном. Алло? Слушай. Зайди в ВК, тут дело есть. Да, конечно, сейчас восстанавливаю. Когда ты лежишь раздета, я залипаю конкретно на тебе. Милый, какое платье лучше? Это или вот это? Давай третье. Ты поможешь, пожалуйста, мне диван передвинуть? Давай чуть позже матч идем. Эх, опять все сама придется делать. Ha!
Капец тяжело! Нахрена столько продуктов покупать? Ты не слышал какой-то шорох на кухне? Ты тоже слышал? Иди. Иди, иди. Теперь давай я танцую! О, это был сквозняк. Чё так долго? Блин, давай быстрее скорую вызывай, у меня воды отошли. Да-да-да-да-да. Мы попали в топ-топ-топ. Алло, скорая? Как же холодно. Вот бы сейчас на море. Хей, походу мне дома еще завалялся один телепорт. Через час нужно на почту отослать учителю. Ты думаешь, его делать? Дома успею, а? Ты мне скажешь так просто. Привет, Надь. О, привет, как ты? Не думала, что эту шлюху сегодня встречу. Ну, шлюхи по улице тоже ходят. Ты идешь делать уроки? Есть, сэр. Ты идешь делать уборку в комнате? Так точно. Ну, а ты, думаю, приготовь мне что-нибудь, я пойду пока с девчонками погуляю. Без проблем. Оп! Фу, он просроченный! Ты не пробовала срок годности смотреть при покупке? Ты что, самая умная, что ли? Блондинки, все вы такие тупые. Нифига ты загорела! Ты что, весь день загорала? Да нет, минут 20, наверное. Пошли вы в жопу! Пошли вы в жопу! Как тебе? Круто, дай померить! Тебе не кажется, что я сливаюсь? Надь, а ты где? Такие девушки, как звезды, такие звезды. Эй, девчонки, вам 18-то есть? Мне 16, а мне 28. Я бы... Блин, наверное, все-таки так круто быть брюнеткой. И почему так в мире все несправедливо? Ведь я мечтала быть всегда блондинкой. Звонила, музыка играла, понимаешь, музыка. Но я думаю, наверное, мимо клуба проходил. Цветы мне спешил купить, да? Ну, как бы да, ну, блин, понимаешь? А ты не думаешь, что он там был? Где? В клубе. Я тебя умоляю, Люсь, он не такой. Да ты че, вообще что? Ты прикинь, накрасила я, значит, год назад губы красной помады и оставила пятно на рубашке. Так у него это пятно до сих пор не отстирывается. После каждой стирки у него это пятно становится все ярче и ярче. Я вот не могу понять, что за материал такой. Значит, недавно к нему сестра троюродная приезжала из Сибири. Но я-то сделала все как полагается, там борщец, второе. Над малявкой еще, младшего на 2 года. Такая милая, спать боится одна. Поэтому и положила их вместе. Ну, Люсь, ну он не работает, потому что у него трудный период в жизни. Ну, по гороскопу у него луна в Марсе, и вообще, да чего, это очень все сложно. Уже 3-й год? Вот после свадьбы он изменится. Вот родятся дети, он изменится. Хороший? Вот после... Мам, я хочу кушать. Так, Вася, иди на работу, бездарь! Слышь, стильная, иди мусор выброси на кухню и в толкане... Ну, мам! Почему вы с Саньком расстались? Ну, понимаешь, мы не сошлись характерами, у нас разные взгляды на жизнь. Но я ему благодарна за некоторые моменты. А чё вы с Пангой-то расстались? Да, Васёк, ты понимаешь, она конченая шлюха была. Да и сиськи у него маленькие. Фоткала? Да. Пошли. Как ты думаешь, норм подпись? Мы разошлись, как в море корабли. И потерял меня навсегда. Так, нужно пролайкать Кристину, прокомментировать сиськи Анжелы. О, да. Ты опять... Что, я расстался со своей? Лёша! Звони Лёхе, пусть своих девчат зовёт, бухаем! Нифига себе! Девушка, можно с вами познакомиться? А, можно, конечно. Кто это? Он бы подошёл. Короче, я тут всё обдумал. Давай начнём всё сначала. Он бы приставал ко мне, я... Он бы...